Ты вернулась? Маш, встречу переносим на завтра. Как дела, как поездка? Маш, Оль, я знаю, что только прилетел, но у нас все горит, ждем презентацию. Ну что, встретимся сегодня вечером? А, Маш, и референс ты пришлешь? Слушай, мы съемку сделали, начинаем на 2 часа раньше. Хотела закончить пораньше, чтобы успеть. Чтобы опоздать не торопясь. И поесть? Это чипсы у тебя там или мороженое? Я что, такая предсказуемая? Я так и знала. Вперед. А говори, что осень тебе не к лицу.